Дорогие мои девушки, дорогие мои звездочки, позвольте вас называть именно звездочками, потому что таковыми вы для меня стали. Я хочу сказать слова благодарности вашим родителям за то, что они воспитали таких чутких девушек, которые умеют сопереживать. Вас отличает то, что есть внутренняя культура, внутренняя свобода, чувство опоры и надежности. Я всегда знала, что на вас можно положиться, что вы не подведете. И, конечно же, мне хотелось бы пожелать вам не только счастья и здоровья, но и определения правильного вектора, направления в своей жизни. Помните, что не бывает правильных или неправильных решений. Есть ваша жизнь, есть всегда право выбора. Не ошибается тот, кто не принимает никаких решений. И все решения, которые вы приняты в вашей жизни, они и будут составлять именно вашу жизнь. Дерзайте, будьте смелее в своих начинаниях. У нас с вами было очень много бесед на самые разные темы, в том числе и на жизненные. И пусть это будут не самые...